Всем привет, ребят! С вами канал Русский Компас, рубрика Охота. Нахожусь я в охотничьих приходях. Охотимся мы на зайца. Хотел с вами поделиться своим новым маскировочным костюмом зимним. Приобрел я маскировочный костюм зимний, маскалад. Купил в интернете у ребят. Запасы советские со склада образца, где-то примерно 70-х, наверное, годов или 80-х. Там на этих, скажите, на упаковке от него написано, потом, если кому интересно, могу написать внизу под видео. Комментарии, задавайте вопросы. Обошелся он мне в 1000 рублей, доставка 150. В общем, смотрим новый маскировочный костюм. Как вы, может, видели из предыдущих видео, охотился я в камуфляже маскировочном. Называется Клякса. Сделан он из лавсана. На морозе замерзает сильно, шуршит. Слышно меня в нем за 3 километра. Иду весь, хрущу. Вообще некомфортно. Я из-за него сам ничего не слышу. Пришлось мне переодеться в новый. Смотрим. Сейчас я нахожусь за соснами, выхожу. Видимо, такой. Камуфляж. Скидка на зайчика. Рукавицы у меня 3-палые. Снег шуршит сильно у нас. Не будет микрофон сбивать, но все же постараемся с вами сделать обзор. Видим. Вот такой камуфляж. Камуфляжем я доволен. Ходить в нем комфортно, не замерзает, не шуршит. Весь на утяжках. Можно отрегулировать, как вам удобно, по талии его или свободно, чтобы он был. В общем, силуэт размывает. Отличный. Приобретением я доволен. В общем, вот такой маскировочный костюм, маскалад, видим. 3-палые рукавицы. Здесь мы можем, если вам нужно,
руки достать. Также имеются прорези к карманам, доступ. В общем, вот такой маскалад. В таких маскалатах, наверное, наши деды воевали. Вот если кто-то смотрит старые советские фильмы, штурмовые. Группы тех времен на лыжах, вот в таких маскалатах бегали. Ружье ЮЖ-27, 12 калибр. Ружьем я доволен. Отличное ружье. Охочусь я с ним. Упал сейчас на ружье. Ружье все в снегу. Покупал я его в Смоленском. Вот. Хорошее ружье, в хорошем состоянии. Ребят, ролик, если был интересен, ставим лайки. Внизу под видео пишите комментарии. Все комментарии я читаю. Всем отвечаю. Все, всем пока, до новых встреч на просторах интернета.